Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Мясников Игорь. Я из Санкт-Петербурга, хотя живу в другой стране. Сюда приехал посмотреть Тибет, Лхасу, но самое главное сделать кору вокруг Кайласа. Честно могу сказать, это не для слабонервных. То есть, чтобы сделать кору, надо быть очень подготовленным человеком. Не только физически. Там десятку пробежать за час – это одно. Но самое главное, чтобы было вот здесь и вот здесь. И вас тогда Кайлас пустит. Тяжело, но качественно. Вполне возможно, что в следующем году я еще раз сделаю. Хотя, на самом деле, я взял довольно-таки много лишних вещей. А так это было классно. Ребята, приезжайте в Тибет. Все. Да, я еще тоже хотел добавить про нашего гида Яшу, который действительно нам крепко помогал. Но нареканий нету. Можно четко поставить твердую пятерку. А особое выражение и благодарности менеджеру компании Надежде за организацию, ну, Ларисе и Лиле. Да. То, что первоначально общались по скайпу и организовали этот тур. А сейчас, если вы позволите, я вам покажу товарища Яшу. Вот смотрите, это товарищ Яшик, он машет руками. Здравствуйте, меня зовут Яша. Очень высокий, 2 метра роста, кстати. Яша, скажи пару слов о себе на русском языке. На русском языке? Меня зовут Яша. Да, ты откуда? Я из Харбина, я китаец. Я в Тибете уже работал 5 лет. Сколько раз кору проходил? Я уже 15 раз кору сделал, это Кайлас. Какая? Но мне кажется, это когда сделать кору Кайлас, это вообще это супер, поменять судьба. Какая самая сложная кора была? Первая, вторая, третья? Первая. Первая? Да, потому что когда первый раз, у меня не было опыта. Поэтому это так было сложно, тяжело. Но сейчас я уже опытный, поэтому уже нормально. А тяжело как было? Морально или физически? Физически. Когда ходить, было тяжело, и там голова была болит. Какие-нибудь есть пожелания от высокогорья? Что надо таблетки какие-нибудь принимать или что? Таблетки надо принимать. Еще надо взять баллончика кислорода на всякий случай. Да. И то, что обязательно, чтобы сердце было в порядке. То, что это испытание не для всех. Да. Хорошо. Вот это был Яша в прямом эфире. Все, пожелаем всем привет. Да, привет.